Всем привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы снова будем получать яйца. Так, друзья, нажимаем на вот этот вот режим, видите? Вот такая желтая кнопка тут. И нам тут рассказывают, что делать. Так. Стоп, почему я лететь не могу? А, точно. Так, друзья. Так. Так, друзья, летим в таком направлении. И никуда не разворачиваем. Да блин! Что не так с этим голубым самолетом? Самолет, ты уже бесишь. Ты чё, блин? Друзья, тут управление плохое и вообще. Да блин, куда ты летишь, самолет? Не туда лететь. Не туда лететь, блин, самолет. Так. Вот так, друзья, летим. Так. Летим, друзья, вот таким вот образом. И тут надо так спуститься. Так, быстро бежать надо. Надо взять это яйцо. Вот, друзья, видите, это яйцо убегает от нас. Яйцо, блин, вонючее. Создатели тут наделали делов, чтоб нам надо было вот что делать. Всякого создатели наделали, только нафига нам догонять яйцо? Почему нельзя было просто? Так, эй, ты вонючее яйцо! А ну, иди-ка сюда! Капец. Так, надо его вот сюда загнать. А ну-ка, иди-ка сюда, яйцо. Яйцо, блин, загоняйся наверх. Только нафига нам вот это сделали? Друзья, я не понимаю, нафига создатели это сделали? Так, блин, да как это яйцо вонючее догнать? От первого лица попробуем это вонючее яйцо догнать. Эй, яйцо меня обмануло. Какой-то бот нас обманывает. Нафига нам это? Создатель, блин, наделали что-то в этой игре. Да блин, яйцо вонючее. А ну-ка, иди-ка сюда. Да иди ты сюда, вонючее яйцо. Друзья, я не понимаю, зачем нам надо догонять вонючее яйцо? Так... Да блин, друзья, от первого лица наоборот сложнее. Нафига нам это? Да иди-ка сюда, вонючее яйцо. Эй, ты яйцо?
Чё? Друзья, вы это видели? Это яйцо тут, да? Тут сидит. Все, друзья, вот так забираем. План простой. Просто сюда загоняем яйцо и все. Так, друзья, вот такое вот яйцо. Так, друзья, вот мы сюда идем, и тут мы получаем еще одно яйцо. Надо для вот этого гигантского зайца, ему надо принести 6 цветков. Так, быстренько бежим. Так, берем этот цветок и несем зайцу. Капец, мы такие медленные. Так, друзья, бежим сюда, к этому зайцу. Да блин, магазин, отстань. Так, а вот этот заяц. Блин, что-то я на скамейку сел. Эй, ты заяц, на. О, ромашка, надо будет прихватить ее. Здрасте, девчонка. Так. Берем цветки и снова ему отдаем. А теперь бежим за ромашкой. Ромашка, я знаю, что ты здесь. Смотрите. Этот заяц уже, у него все цветы. Так. Вот тут где-то еще должны быть цветки. Так. Вот тут же какое-то яйцо. Ой, цветок должно быть. А, вот он, этот цветок. Потом еще надо вон туда побежать. Вон там цветок растет. Это четвертый цветок, друзья. Набери, заяц. Так, берем это яйцо. Так, еще одно, один цветок остался. Так, раз, два, три. Раз, два. Три. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, один остался. Надо найти его. Так, здесь где-то этот цветок должен быть с домами. Так, тут нету. Потому что мы уже тут были. Так, а может тут где-то еще спавнятся цветы? Так, тут не заспавнилось. А, вот он! Цветок. Последний цветочек, друзья. И мы получим яйцо шоколадного зайца. Так. Даем этому зайцу цветки, и он нам отдает яйцо. Так. Так, друзья, вот такое вот яичко.
Кстати, друзья, я вам сейчас покажу новые бесплатные вещи. Пишем сюда вот это бесплатное по-английскому. Вот тут нам дают где-то бесплатные вещи. Странно, где они? Так, непонятно. Так, друзья, сейчас мы будем еще одно яйцо получать. Бежим вот сюда вот. Вот тут это яйцо. Монетки вообще не обязательно собирать. Нам, короче, вот сюда надо бежать. Тут где-то русские. Так, тут русские. Так, где-то вот тут должен быть портал. Ага, вон там где-то. Где этот осенний лес? Так. Впервые заблудился тут. Пишут что-то. Не, сначала туда. Го сюда. А, так понятно. Да ну вас. Переписывается что-то. На весь сервак болтают. Так. Вот тут вот мы в симуляторе яйца. Я, как всегда, ссылки на игры оставлю в описании. Так. Друзья, паркурчик тут мелкий. Какой недотёпа этот паркур не может пройти. Давайте сначала красный пройдем. Так, тут комбинацию. Ага, вот такую надо. Так, друзья, мы сделали правильную комбинацию, и нам открылся вход. Так. Друзья, а вот это вот что такое? Сейчас возьмем на всякий случай. Может, это в инвентаре? О, да, друзья, это в инвентаре. Так. Выходим отсюда. Вау, как кое крутое. Так, в красный мы ходили, потом в зеленый. Так, так, так. Это круто, бесплатная шляпа. Эй! Эй, блин! Паркур. Не моя стихия. Никогда. Так. Друзья, паркурчик не такой уж сложный. Фух. Так, теперь зелененький ключ. И последний... синенький ключ. Так. Теперь в синюю бежим. Вау, какой паркурчик. Блин. Так, вот так прыгаем, друзья. И вот. У нас все ключи, так что можно
выходить отсюда. Идем вон туда вот. И все. Легко. Так, еху! Побежали! Монеток-то сколько? Сейчас себе тут скинок снимем. Так, ой, так, не то. Так, сейчас свет себе купим. Ё-моё, они чё, издеваются? Тут чё, цвет нельзя поменять? Понятно. Так, друзья, наступаем вот сюда вот. И тут у нас открывается порталчик. Это чё? Так, вот там чё-то есть. Так, о, это же яйцо! Ура! Мы получили яйцо! Так, друзья, надеваем вот такое вот яйцо. Так, вот такое вот яйцо.